Всем привет! Сегодня представлю мотоблок Bright 135 серии, оснащенный коробкой передач с четырьмя скоростями вперед и одной назад. В маркировке модели об этом будет говорить наличие буквы S. Перед нами мотоблок Bright BR135GEDS. Данная модель оснащена двигателем 17 лошадиных сил, имеет блокировки колес, так называемый дифференциал, надежный чугунный редуктор, коробку передач с четырьмя скоростями вперед и одной назад. Сейчас продемонстрируем движение на всех скоростях. Первая скорость до 1,5 км/ч. Вторая скорость до 3 км/ч. Третья скорость до 7 км/ч. Четвертая скорость до 13 км/ч. Задняя скорость в том числе используется для навесного оборудования, например, для роторных косилок. Давайте продемонстрируем, с какой скоростью едет. Скорость до 2,5 км/ч. Также к плюсам данной модели можно отнести наличие больших пневматических колес с агрессивным протектором, наличие прорезиненных ручек на руле, поворотный руль с регулировками в двух плоскостях, наличие вала отбора мощности диаметром 18 мм и наличие крепкой универсальной сцепкой. Также только данная модель комплектуется окошком уровня масла в коробке.